Понимаете ли вы принципы программирования? Обычные школьники с 1 по 11 класс уже разбираются в основах создания компьютерных кодов. Сегодня на уроке цифры они попробуют разобраться в компьютерных командах и алгоритмах. Многие берутся за задания с охотой. На уроках программирования мне больше всего нравится само программирование, нежели изучение какого-то материала, который нужно заучивать. Программирование развивает мышление в различных областях. То есть кумир тот же самый, он помогает ориентироваться в пространстве, развивает мышление на несколько шагов вперед. Но если старшеклассникам основы программирования вполне понятны и даже интересны, то насколько полезны такие занятия для младших классов? Как уверяют сами педагоги, уровень сложности для детей подбирается к их возрасту, а трудные алгоритмы объясняются в игровой форме. Это сделано в игровой форме именно для этого, для того, чтобы у детей снять вот трудность, ну, изучения новых вещей. Да. Если я им скажу, садимся, пишите вот такая программа, вот такая команда, записывайте, и у вас на экране что-то появится. Это неинтересно. А если я им говорю, помогите роботу отсканировать рыбок и провести его до конечной точки, а тем самым они должны сделать то же самое, они делают это уже с удовольствием. Помимо выполнения задач по информатике, школьникам рассказали о способах создания своего интернет-проекта и правилах безопасности в интернете. Для этого ученики могли пообщаться с теми, кто непосредственно работает над этой задачей. Они уже живут все в интернете. Интернет, как известно, он очень небезопасный. Это с виду кажется, что угроза, она виртуальная, и вроде ничего плохого быть не может, но это иллюзия. Потому что за любой угрозой находятся какие-то физические люди, которые хотят что-то навредить, что-то испортить. К уроку цифры присоединился не только Барнаул, но и все районы края. Несмотря на то, что в сельских школах может не хватать компьютерного оснащения, интернет все же есть почти в каждом доме. Поэтому отказываться от уроков второй грамотности все же не стоит. Ирина Харитон, Юлия Гадар, Андрей Печоркин. Наши новости.